Предприятие 20 октября – активный участник многих госпрограмм поддержки малого и среднего бизнеса. Здесь используют новейшие технологии, высокий уровень автоматизации труда и, как результат, рост объемов продукции. Об этом руководители предприятия рассказали приехавшей группе губернаторского контроля. Мы посетили одно из предприятий. Это производство одежды там, спортивной, одежды для домашних целей и деловой одежды. Предприятие развивающееся, и, что очень важно, они самостоятельно, без какой-то дополнительной подсказки, практически все региональные меры поддержки использовали. Этими мерами могут пользоваться участники нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Мы предложили еще дополнительные меры, которые они еще не использовали. Это возможность выйти на маркетплейсы, потому что, конечно, производство такого вида легкой промышленности требует и своевременного сбыта. Конечно, здесь мы готовы их тоже поддержать. А еще первый замгубернатора предложил руководству компании принять участие в нацпроекте «Производительность труда», оператор которого – региональный центр компетенции. Его эксперты учат эффективно внедрять и использовать бережливые технологии. Также группа губернаторского контроля побывала в Центральной городской больнице. В этом году по нацпроекту здравоохранения начнется ее капремонт. А еще на 24-й запланировано начать обновление здания детсада номер 6 «Аленушка» 1970 года постройки. Мария Индрикова, Первый Ростовский.